Всем доброго времени суток. Я рада видеть вас на своем канале Марго Сайго. Завершающийся год можно записать список непредсказуемых и полных потрясений. Конечно же, пандемия снесла на своем пути все, что создавалось десятилетиями. Индустрии моды остаться в стороне не удалось, но дизайнеры смогли достойно побороть все трудности, подстроиться под новые реалии и осознать наши предпочтения. Мы стали больше проводить времени дома, пересмотрели свои взгляды на собственный гардероб и поняли, что нам нужно, а что лишняя трата денег. Судя по модным показам, комфорт и простота останутся главными составляющими этого сезона. Это будут уютные и удобные тренды. И в этом видео мы разберем с вами, что же подойдет именно вам, ведь выглядеть модно мечтает каждая женщина, от маленькой модницы до пожилой женщины. Среди предложенных трендов вы точно найдете что-нибудь для себя на сезон весна-лето 2021 года. Приятного вам просмотра! Главная модная деталь гардероба – это топы и бра. Вам обязательно понадобится топ или бра в предстоящем весенне-летнем сезоне. Комбинируйте топы с длинными летящими юбками, обтягивающими брюками, джинсами, бойфрендами, или же носите их в сочетании с короткими куртками или кардиганами. Модельеры же показали, как комбинировать шелковые бра со свободными брюками завышенной талии, а также сочетать их с классическими костюмами. В 2021 году бра можно будет носить и поверх платья. Выбирайте любой вариант, на который хватит у вас смелости и фантазии. Еще один явный тренд 2021 года – это прозрачные ткани. Тюль и органза по-прежнему остаются фаворитами дизайнеров. На этот раз модна полная прозрачность, когда просвечивается нижнее белье. Популярны будут прозрачные юбки поверх мини-платьев или шортов, как на показе Шанель. В других случаях легкие материи выступили в верхнем слое, добавив текстуру и оттенок плотных тканей под ними. Также модельеры советуют присмотреться к легким прозрачным брюкам, которые хорошо сочетаются с удлиненным пиджаком, а также платьям-чехлам, которые стоит носить в паре с лаконичной комбинацией. Который сезон подряд широкие брюки не покидают топ-трендов. В 2021 дизайнеры объединили удобство с красотой. Даже масс-маркет уже давно расширил свой ассортимент в прямом и в переносном смысле. А ведь еще в начале 2019 года найти брюки свободного кроя было непростой задачей. Такие модели, как брюки бананы, трубы, клеши от бедра, останутся с нами надолго. В число также новых трендов вошел свободный и расслабленный тейлоринг. Строгие костюмы сместились более расслабленным повседневным силуэтом. И главное – это комфорт и простота. Спортивные и расслабленные брюки – конечно, один из главных трендов. Конечно, они были ходовой вещью для всех тех, кто занимается спортом и проводит время дома. Сейчас же дизайнеры советуют не прятать их в шкафах, а выходить в них в свет. В новом сезоне можно носить их с бельевыми топами, классическими пиджаками и мужскими оверсайз-рубашками. Еще один из главных атрибутов этого года остаются шорты. На модных показах для лета 2021 года было обилие всевозможных моделей, от обтягивающих микрошорт, кникерсов до свободно удлиненных бермудов. От фасонов чуть заниженной талии до высокой посадки на ремне. Поэтому следующим летом этот тренд нельзя игнорировать даже тем, кто не совсем доволен своими ножками. В этом сезоне также в тренде сетка. Вещи сетки с
скорее необычный аксессуар и стал дополнением к образам. Может показаться, что дизайнеры просто решили пофантазировать на тему рубачей сетки, однако у этого аксессуара действительно есть практическая польза. Например, дополнив базовую комбинацию платьем, чехлом из сетки, вы можете совсем не переживать об аксессуарах. Образ уже будет выглядеть завершенным. Воротники. Они стали главной моделью этого сезона. Если нежный и женственный стиль совсем не ваше направление, сочетать такой тренд можно даже с грубыми ботинками и ботильонами, кожаными куртками, и образ будет смотреться не менее выигрышным. И, конечно же, минимализм – тренд сезона, так как простота является важной составляющей в современном мире. Самые модные образы в стиле минимализм 2021 смотрятся безумно мило, нежно и стильно. Нельзя обойти цветочный принт. В ансамбле с кожаными ботинками или денимом он смотрится более дерзким и смелым, а в сочетании с изящными туфельками – женственным и нежным. Вы любите платья и юбки с цветочным принтом? Что ж, весной 2021 – это один из главных трендов. Возможно, в это непростое время странно думать о моде будущей весны и лета 2021 года, но мечты о том, что скоро к нам вернется хорошая погода, прогулки, поездки на море и красивая легкая одежда, дарят нам драгоценный энтузиазм. Экспериментируйте и будьте красивыми! Обязательно пишите в своих комментариях, что вам понравилось больше всего и наоборот. Надеюсь, что эта подборка от меня была вам полезной. И лучшее спасибо от вас – это поставить лайк и делитесь этим видео с друзьями. А я с вами прощаюсь, мои дорогие женщины. Любите себя и будьте любимы. С вами была ваша Марго.